Мероприятие, посвященное Международному дню Матери Земли, состоялось 22 апреля прямо во дворе станции Юнатов. О том, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, и человеку необходимо гармонично взаимодействовать с окружающей природой и планетой Земля, в доступной для детей форме рассказала руководитель кружковой работы станции юных натуралистов Альбина Олеговна Чапаренко, а участники экологической агитбригады познакомили всех присутствующих с интересными фактами из жизни нашей планеты. Здесь же была установлена передвижная палатка Измаильского горрайонного центра занятости. Ведущий специалист Людмила Пальжок провела с ребятами интересную беседу-дискуссию на тему калейдоскоп профессий, ознакомив их с разными типами профессий, особо уделив внимание типу человек-природа и подчеркнув, что любая деятельность, связанная с землей, с природой, должна в первую очередь основываться на вопросах защиты экологии. Юные натуралисты с интересом участвовали в обсуждении этой темы, отвечали на вопросы викторины. Каждый ребенок получил в подарок от центра занятости канцтовары и брошюру, рассказывающую о профессиях, связанных с природой и которые востребованы в нашем регионе. Завершилось мероприятие трудовым десантом. Именно таким образом юнаты внесли свой посильный вклад в сохранение нашего общего дома – планеты Земля. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».